Друзья, сегодня мы снова рассмотрим сайт Qubitage, и сегодня мы начнем с дорожной карты. Дорожная карта Qubitage, QT Roadmap. Первый квартал 2020. Подготовка QT White Paper V1. Тестирование программного обеспечения в модульной среде. InfoFocus, Universal CRM, Impulse, Trade, Qubitage, Flux. Подготовка правовой и технической базы для QT. Подбор и согласование контрагентов по операции с капиталом. Разработка протоколов безопасности QT. Формирование консультативной команды. Регистрация QT. Получение соответствующей юридической документации в соответствии с действующими нормативными стандартами, бенчмаркинг и тестирование нескольких маркетинговых стратегий, внесение корректировок в процесс управления активами. Второй квартал 2020, запуск QT, внедрение всех протоколов безопасности QT после успешного стресс-тестирования, откладка систем QT на основе первых отзывов, получение в ходе живого тестирования, начало глобального маркетинговой стратегии первого партнерства с международными агентствами и партнерами, активация медиа-контрактов, запуск двоичной программы QT. Третий квартал 2020. Обзор устойчивых методологий после углубленного изучения технологии генерации блокчейнов с командой разработчиков и криптографами PostQubitech. Начало процесса разработки блокчейн QT, внедрение токена QBT в систему компании. Четвертый квартал 2020. Пошаговое определение сигнатур для использования в блокчейне Qubitage, реализация механизма откладки транзакций, обновление и стресс-тестирование протоколов безопасности. Q1 2021 год, OTC, усовершенствование схемы подписи Меркли были определены как оптимальные решения для множественных подписей. Углубленное исследование выявило необходимость разработки QBT в форме изолированной сети с возможностью взаимодействия на более позднем этапе. Начало процесса разработки QBT Proof of Stake Q3 2021. Разработка узла прототипа с базовым алгоритмом POS и интеграция расширенной схемы подписи Меркли. Проверка стабильности протокола безопасности на наличие потенциальных уязвимостей при попытках внешнего взлома. Q1 2022. Тестирование сети с узлами, работающими на macOS, Linux, Windows. Оптимизация узлов C++, зашифрованная связь между узлами. Интеллектуальная интеграция электронных сертификатов, контрактов и соглашений в блокчейн Qubitage. Обновление QBT. Q3 2022. Разработка экосистемы технологии Qubitage на основе блокчейна, решения по управлению активами на основе протоколов безопасности Qubitage блокчейн, Qubitage страхование на основе блокчейна, платформа социально-экономического взаимодействия на основе блокчейн Qubitage, финансовые микро- и макросервисы на основе блокчейн Qubitage. Q1 2023. Разработка этой экосистемы технологий Qubitage на основе блокчейна, внедрение и консолидация переменных частот для цифровых подписей, включение возможности обновления схемы цифровой подписи в блокчейн Qubitage, обновление формата адреса поддержки различных криптографических хэш-функций, обновление Qubitage Q2 2023 год. Тестирование Qubitage блокчейн на уязвимых попытках внешнего взлома. Инициирование публичного хакерского теста, проводимое третьими лицами. Q3 2023. Оценка возможности оцифровки человеческой ДНК
и ее переноса в анализатор ДНК блок цепей QBTH, разработка собственной платежной системы на основе блокчейна QBTH, развитие квитех банковских блокчейн-экосистем. Q1-2024 – тестирование QBTH блокчейн DNA Explorer, тестирование QBTH блокчейн Bank Ecosystem. Всем спасибо за внимание. Сегодня мы рассмотрели с вами дорожную карту с сайта QBTH.